самое времечко нанести дневной уход, потому что я только дошла до ванны, только соблаговолила привести себя в порядок, косу заплела, ну как, точнее, даже это не коса, а видите, да, как хвосты, заплела. Все у меня здесь собрано красиво. Те, кто постоянно возмущаются, что у меня волосы распущенные, возрадуйтесь. Сегодня они у меня собраны. Так, что дальше? Для мешков под глазами. Погода у нас шикарная. Просто солнце светит. Но на улицу я не хочу. Хочу кофе и хочу завтрак. Солнце светит мимо косы, прошлогодний снег еще лежит. Для проблемных мест это все Oriflame. Все у нас светит в космосе и вокруг пластмасса. Боя жизнь. Тянутся хвосты миллиарды. Жизнь нет с тех пор, как мы с тобой на ты видела. Вовсе не в пример, только мертвый. Не боится смерти, вдоль дорог расставлены посты. Возьми меня с собой. Солнце у тебя над головой. Так, все телефоны забираем. Кстати, вот этот телефон, на который я сейчас снимаю, на нем нет магнитного держателя для того, чтобы вас ставить удобно, мои сладкие. Есть на другом, и даже чехла еще нет. Я его заказала, должны завтра мне привезти. Кофеечку сварим. Ой, хлеб переставим заодно. Сейчас, погодите. Попутно включу этот. Теперь у меня два телефона, и теперь в два раза больше я буду снимать. Майка еще не задиралась. Вот терпеть не могу вот эти короткие майки. Вечно куда-то задирается. Хоть в трусы ее заправляй, ей-богу. Пойду сейчас переодену. Делайте майки, ну ёпэ, делайте их длинными. На кой хер вы делаете вот это вот, знаете, под одно место? И реально бесит. Выкину их к чертовой матери, раздражают. Вроде думаю, что вот здесь свободно, без горла, надоело. Думаю, ну, с горлом. Думаю, надену без горла хоть что-то на бретельках, чтобы вот было поудобнее. Подскакивает. Тряпка. Выкинуть эту тряпку и даже не раздражаться. Выкину обе причем. Так. Теперь снимаем на два телефона. Что-то колет здесь мне всю дорогу. Хлеб надо переставить сначала. У вас будет как будто всегда закадровая жизнь моя видна. Да уже больше часа прошло, мне кажется. Хлеб-то пора уже переложить. Форму всегда смазываю. Последний раз, а это было вчера, у меня было ощущение, что у меня маленечко, он как будто бы хотел прилипнуть. Но нет. Ну, в общем, смазывать для хлеба форму можно постоянно. Сейчас мы по-быстренькому сделаем. Влажной рукой забираю тесто. Это тесто вокруг ногтей, везде потом. Вот почему люблю перчатки. Сейчас мы его крутим по-другому. Какая у меня сегодня булочка будет? Разровняется здесь. Чудно. Сейчас, погодите, руки-то отмою.
У меня взор еще вокруг ногтей. Где упала. И кофе хочу сварить. В обязательном порядке. Да? Так. Кофе какой я буду варить? Так, все тот же самый. День новый, а кофе старый. Коламбия Супрема будет, по ходу дела. Интересно, есть уже готовый перемолотый? А, мало. Ну ладно, сейчас перемелем чуть-чуть. Ой, пакет есть. Прямо с утра радость, красота. И оладушки меня манят, ждут. А еще помимо оладушек, сейчас включу свет. У меня же есть творог вкусный. А я его так еще и не поела. И не поела. А надо бы. Последний? Нет, еще есть. Здесь же в органе. Влезет? Влезли. А пачку выкину. Такой был кофе. Вам сюда покажу, вам сюда покажу. Коламбия Супрема. Ну, и у меня уменьшенный. Я больше не буду ехать. Все готово. Ух ты, аж вываливается. Так. И майку пойду переодену эту. Чего не вылазим? Не забудь бы включить. Все. Ура! Скоро будет кофе, друзья мои. Ура! Все, мои сладкие. Пошла. Переодену эту майку ненавистную.